Всех приветствую на моем канале, здравствуйте! А я сегодня вам предлагаю приготовить вот такую вот потрясающую новогоднюю закусочку. Пожалуйста, ловите рецептик, готовьте с удовольствием, угощайте себя и своих близких. Буду очень благодарна за лайки и подписочку. Приятнейшего вам просмотра! Первым делом нам понадобятся вот такие вот формочки для кексов. А также я уже вырезала вот такие вот лепешечки из лаваша. Вот получилось вот такие вот маленькие лепешечки, как раз по форме наших кексов. Теперь нам нужно поместить наши лавашики вовнутрь нашей формы. Отправим в духовку, будем запекать. Нам нужно, чтобы лаваш подсушился и принял форму вот таких вот лодочек. Просто погружаем лаваш вовнутрь формы и все. Все, теперь наши будущие лодочки отправляем в разогретую духовку при 180 градусах примерно на 5 минут. А также наши корзиночки мы сегодня будем наполнять начинкой. И для начинки нам понадобится сыр, у меня моцарелла, советую взять именно моцареллу. Затем 2 яйца, крабовая палочка и салатный лист. Желток 1 яйца нам понадобится для декора. Ну все, давайте приступим. Берем миску, натираем туда на маленькой терке один белок из 1 яйца. Желток оставим в сторону, так как желтком мы украсим наши корзиночки. Так. Ну и второе яйцо трем полностью вместе с желтком. Начинка бомбезная, это будет очень вкусно. Советую взять именно сыр моцарелла, так как он нежный. У него такой сливочный вкус, да, я бы сказала. И вместе с яйцом, с крабовой палочкой получится бомбезный вкус. Вам обязательно понравится. Так, затем натираем крабовую палочку. Все делаю на маленькой терке. Теперь сюда же отправляю наш сыр и несколько ложек майонеза. Так, есть. А также мне хочется добавить сухой петрушки. Перемешиваем все. Наши корзиночки полностью запеклись, они уже остыли, готовы. Посмотрите, вот так вот выглядит наша корзиночка. Такая вот она тверденькая, форму уже взяла, ту, которую нам надо, да. И я буду начинять и декорировать наши корзиночки прямо вот в нашей форме для кексов. Теперь берем начинку. Вот у меня начиночки. Сначала, знаете, как сделаем? Я сначала возьму лист салата, кладу лист салатика и сюда же отправляю нашу начинку. Вот так. Другой ложечкой помогаю. Посмотрите. Вот такая вот прелесть у нас получается. Так, опять беру, кладу лист салатика вовнутрь и нашу начиночку. Начинка вкусная, выглядит это реально очень по-праздничному. Очень красиво получится, вкусно, вашим гостям понравится. Так, сюда можно еще салатик положить. Красота. Так, кладем салатный листик
и нашу начинку вовнутрь. Можно утрамбовать вот так и с горочкой даже. Так, опять листик. Ребята, начинку я не солила. Хотите, можете посолить. Ну, я думаю, майонеза вполне будет достаточно. У нас остался один желточек. Беру маленькую терочку и натираю наш желток поверх наших водочек. Вот так. Это у нас такой декор. Хотите, можете посыпать еще какой-нибудь зеленушкой. Но я не буду. Просто желток. Посмотрите, ребят, у нас все готово. Вот такая вот прелесть у нас получилась. Покручу вам, поверчу, покажу с разных сторон. Ловите такую закуску. Это к праздникам, либо же просто так. Угощайте себя и своих близких. Посмотрите, это очень вкусно. Начинка вкусная. Выглядит это не менее вкусно, скажу я вам так. И хрустящая корочка. Вот это вот обалдеть. Вам понравится, я гарантирую. Ну и при том, что-то новенькое на праздничном столе. Буду очень благодарна за лайк и подписочку. Огромное вам спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Поставили лайк и подписались на меня. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро в следующих роликах. Всем пока!